Шторм оставил без света по меньшей мере 500 тысяч человек в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщается на сайте электроэнергетической компании BC Hydro. Как говорится в заявлении, шторм обрушился на западную часть Канады в субботу, в основном из-за стихии пострадал регион Lower Mainland на юго-западе провинции. Сотрудники компании на протяжении ночи проводили работы по восстановлению энергоснабжения. К утру воскресенья без света оставались около 187 тысяч потребителей. Целью команд является восстановление энергоснабжения густонаселенным районам, говорится на сайте BC Hydro.